Что, друзья мои, всем огромный привет! Сегодня наконец-то будет у нас с вами влог, потому что мне приехал стол, он стоит там, мне только что его занесли, и мы с вами сегодня его будем собирать. Как вы видите, этот угол пустой, я поставила туда картину только, чтобы закрыть провода, и на видео, когда вот я сидела и снимала, чтобы их было не видно. Я не знаю пока, что делать с этой картиной, ну, с картиной, с постером, потому что я не чувствую, чтобы он висел над новым столом. В общем, посмотрю, не знаю, что буду с ним делать, может быть, на кухню его повешу, либо в коридор этот постер, потому что сейчас мне хочется как-то, знаете, минимализма какого-то, прям чтобы глазу ничего не мешало. Я не знаю, как это описать, не знаю, что со мной происходит, будем смотреть по ситуации, потому что я уже соберу, когда стол, тогда и посмотрим. Например, в Ля Редут мне еще понравился очень сильно стул, который у них в розовом цвете, вращающееся кресло. Я тоже думаю его заказать попозже, и вот этот стол на самом деле мне долго шел, 3 недели, но они предупреждали на сайте, то есть на сайте все было написано, что 3 недели. Я купила его за 18 300 рублей, 300 или 400, и без скидки он стоил 30 тысяч, но на самом деле там на все всегда какие-то скидки, поэтому я думаю, что 18 тысяч он всегда там стоит, и как будто бы дороже на него нет цены. И самое интересное, когда я его заказала, я специально его заранее заказывала, думаю, ну пока он дойдет, пока то да сё, я как раз сделаю ремонт, как раз продам старый стол и уже буду собирать новый. Так вот, я зашла на днях, хотела посмотреть размеры, чтобы, ну, опять замерить, куда мне его ставить, уточнить размеры, параметры. И я понимаю, что мне не перейти на страницу этого стола, потому что его нет. То есть она вообще не открывается, и Ля Редут пишет, что все, товар распродан. Я думаю, как хорошо, что я его заказала заранее, потому что я бы очень расстроилась, он мне очень понравился. Не знаю, как он будет смотреться, посмотрим. Мне так чешется нос, я не могу, все видео чешу и вырезаю эти кусочки. Просто ужас. Еще из хороших новостей, я купила наконец-то новый телефон, потому что моему старому уже 3 или 4 года, наверное, 3 все-таки, но я им регулярно пользовалась вообще вдоль и поперек настолько, что он стал так виснуть, он стал сам набирать номера, он стал просто во время разговора виснуть, он перестал фотографировать. Я пыталась до последнего оттянуть этот момент, потому что цены на айфоны ого-го. Короче, ладно, купила новый телефон, но пока что он лежит в коробке, я продолжаю пользоваться старым. Я заказала такой классный чехол в леопардовым принтом. У меня, серьезно, я не знаю, почему, но меня так радует леопардовый принт, он кажется мне таким красивым, хотя как бы, ну я не знаю почему, не знаю, покажу вам потом все. Он должен прийти где-то в середине мая. Это уже достаточно долго. Это, конечно, не реклама, хотя мне, возможно, хотелось бы, чтобы мне, знаете, Ля Редут что-нибудь прислали. Но они вроде бы сотрудничают с блогерами, вроде бы 250 тысяч подписчиков. Я смотрела у них на сайте, были параметры указаны, поэтому мне еще далеко. Поэтому, ребята, ставим пальчики вверх и подписываемся на канал, помогаем каналу расти. Чтобы мы с вами больше гораздо новых штук тестировали, смотрели, я буду для вас искать интересные находки. Вот что здесь было вскрыто, непонятно, ну это случайно, наверное, кто-то задел. Все, буду открывать коробочку. Кстати, вчера сделала маникюр. Ну, как сделала маникюр? На коленке. Я вот так в прямом смысле кладу руку на коленку и крашу ногти вечером в полумраке. Кстати, сегодня какой-то розовый поросяк. У меня эти лавандовые рукава, такой розовенький лак. И Ля Редут, у них же тоже все такое розовое в стиле. Сегодня скромно буду одной отверточкой собирать стол. Что я хочу взять? Я не могу найти канцелярский ножик. Давайте вот так аккуратненько прям разрежем, где закрыто, потому что главное не повредить новые поверхности все. Так, вроде больше скотча нет. Это я убираю подальше. Опа! Красота какая! Посмотрите, вот так он схематически выглядит. Кто не видел у меня там в Инстаграме ничего, никаких ссылочек, а зря, подписывайтесь на мой Инстаграм, там много выкладываю всего интересного, еще бывает, что до YouTube канала. Так, мне было интересно посмотреть на сам цвет. Ой, ну хороший цвет. Я переживала, знаете, из-за чего, что бывает, когда оттенок дуба, по-моему, это дуб, да, не уверена, но вроде бы, бывает, что он желтит, ну вот он с полом будет хорошо смотреться, я боялась, что он сильно будет теплый.
а он прям как надо. Ладно, сейчас будем разбираться, как это все строить. Но я думаю, что он очень легко собирается. Буквально, наверное, прикрутить ножки и все. Достала я вот эту часть. Смотрите, она уже собранная была, потому что обычно, знаете, в Икее все ящички, вот эту всю историю вручную ты собираешь. Да, здесь, смотрите, собрана вот эта часть. Это очень хороший ящик. Он вверх ногами, поэтому ничего не понятно. Сейчас прикрутим палочки, ножки. Всю эту красоту. Так. Какие-то тут парашюты. Убираем. Ой, какие они красивые, боже мой. Знаете, все такое гладенькое, цельное, боже мой. У меня, знаете, какое-то переосмысление, потому что раньше я, ну, и икеевской мебелью была удовлетворена, и не искушена, и ничего. А сейчас вот с возрастом все как-то качественнее, больше, дороже хочется. Ну, дороже я имею в виду в плане не денег, а в плане качества, в плане материалов. Вот в этом смысле. Вот. Слушайте, даже не пригодилась отвертка, ну как не пригодилась? Вот только вот здесь и вот здесь по одному шурупчику надо было вкрутить, а вот эти вот все крепления крепились, собственно, вот этим ключиком, который шел в комплекте. Так что все очень-очень просто. Та-дам! Все готово, не обращайте внимания на вот это все, на вот этот беспредел. Я тоже буду это все переделывать. Это тоже тряпочка лежит. Ой, какой он красивый, девчонки и мальчишки, если вы смотрите. Конечно, к нему я буду заказывать другой стул, не тот, который стоит сейчас у меня, ну, который у старого стола стоял, потому что он для него большой, неудобный будет. И сейчас я наконец-то перенесу свой компьютер сюда, потому что я же ведь сколько получается? Я дофига времени, короче, на кухне сидела, работала. Теперь можно будет сюда все поставить. Сейчас поставлю с этой стороны, ну, примерю как. Сюда поставлю на старое место, посмотрю, как он будет смотреться. Все, красота на месте. 3 недели ожидания. Все хорошо со столешницей, кстати, я проверила на всякий случай. У них бесплатный возврат тоже есть у этого бренда. Вот, так что, кто что будет заказывать, если то, не бойтесь. За сегодня уже сняла второе вам видео про сумки. Решила не затягивать. Вот они все красотки лежат, поэтому посмотрите, пожалуйста, на канале. Либо в ближайшее время будет, либо уже вышло. Надеюсь, что вам понравится, потому что я старалась подобрать какие-то актуальные модели, которые, может быть, кто-то из вас хочет, которые девчонки мне скидывали, спрашивали, будет ли обзор. Постаралась для вас сделать наиболее актуальную подборку и... Ну, чтобы это все было цена-качество соизмеримо. Сейчас попью кофе, я сейчас просто умираю. И знаете, ребят, я понимаю каждый день, вот как я люблю свой блог, как я люблю свой YouTube-канал, как сильно мне это помогает, как сильно я раскрываюсь, я борюсь со своими комплексами, какими-то загонами, как-то себя воспитываю. Это настолько круто. И хочу вас опять поблагодарить, сказать огромное спасибо за вашу отдачу, за ваши комментарии. Мне, не знаю, это очень помогает жить. Я каждый день становлюсь чуточку счастливее благодаря каналу. Знаете, раньше я, вот у меня был период зимой, когда я очень боялась негатива, я очень боялась каких-то вот склок, еще чего-то на YouTube. Сейчас я как-то отпустила ситуацию и просто стала наслаждаться тем, что я делаю. И не думать о плохом, все-таки концентрироваться на хорошем, потому что, конечно, хорошего больше, и зачем я не, ну, на негативе концентрируюсь? Но это, знаете, такое воспитание, менталитет, еще что-то, что какой-то загнанный суслик, который боится всего и боится прям сделать шаг вправо, шаг влево, хотя сама по себе я очень смелая и рисковая, но вот в каких-то моментах очень какая-то робость, какая-то застенчивость, поэтому, в общем, суть одна. Канал безумно помогает существовать более позитивно, если так можно выразиться. Потому что я всю жизнь борюсь за самые простые вещи, это за свободу, это за счастье, и чтобы просто, в общем, жить, не тужить и чувствовать себя свободным, счастливым человеком. Для меня, наверное, это и есть смысл моей жизни, это быть свободной и счастливой. Вот я очень свободолюбивый человек, я поэтому, собственно, даже это тоже причина увольнения была когда-то, потому что я просто не могу, я не могу. То есть мне нужно какое-то вот, не знаю, это моральные вещи, какие-то моральные установки. У меня еще со школы так. Я помню, когда все там куда-то идут, что-то делают, я в сторонку и вообще в обратную сторону. То есть не могу идти по какой-то системе, по общепринятой у меня немножко отличаются многие моменты.
И я очень рада, что многие разделяют это со мной, вот, собственно, в моем блоге, на моем канале. И я, знаете, просто хочу своим каналом вас как-то вдохновлять, тех, кто, может быть, тоже в такой ситуации, кто тоже робкий, или у кого тоже проблемы с принятием себя. Потому что у меня много всего и много сложностей, да, много трудностей, но когда мне очень плохо и больно, я стараюсь почему-то в эти моменты максимально, знаете, заряжать всех вокруг. Я не знаю, как это работает, но бывает так, что мы идем там с другом или с кем-нибудь еще, и он мне там жалуется на свою жизнь, еще на что-то. Знаете, я иду, и мне так паршиво внутри. Я сама там встала не с той ноги, и вообще хочется все послать к черту. Но я в эти моменты максимально хочу вдохновить этого человека, чтобы он шел вперед, чтобы он не отчаивался, не унывал. А потом, когда вот встречи заканчиваются, мне очень плохо, я иду и плачу домой. Вот такое бывает. И такое неоднократно бывает и есть. И вообще, я когда одна остаюсь наедине с собой, очень могу быть грустной, могу очень долго грустить и ныть сама с собой. Но как-то это как выплеск эмоций, знаете, происходит, и ты потом снова заряжен, снова готов там, не знаю, сносить горы, в смысле сворачивать горы. И вот я в такие моменты, вот как сейчас у меня такое приподнятое настроение, я очень хочу вас заряжать. Мне очень приятно, когда вы пишете, что я вас на что-то вдохновила, что мы похожи, что вы тоже там в такой ситуации. Для меня это настолько ценно, потому что я когда-то была с той стороны экрана и смотрела также на каких-то девчонок или на мальчишек, которые меня в тот момент вдохновили. И знаете, иногда бывает, что какой-то лишь вот один ролик или один момент или одна фраза, она настолько повлияла там на твой день, что этот день в итоге повлиял на твою жизнь. Такое тоже было, и я понимаю, что для многих мой канал, возможно, где-то просто даже хотя бы, если он вам, у вас какую-то капельку вдохновения вам принесет, для меня это уже огромное значение имеет, что я что-то полезное делаю, хотя бы немножечко, хотя бы отвлекаю вас от проблем или еще от чего-то. Так, я уже заговорилась, мистер Лев пойдет сейчас пить кофе и передохну, потому что я уже устала. Кстати, я за долгое время накрутилась, знаете, я очень многие видео сидела с прямыми волосами, потому что у меня плохо стал работать кёрлер мой, а к новеньким, которые я купила, кстати, осенью, на которые я так и не сделала обзор, сделать обзор на кёрлеры, я еще к ним не приноровилась и не очень разобралась, как ими пользоваться. Ну, то есть я понимаю, как ими пользоваться, просто не приноровилась. Так вот, и в какие-то моменты тоже просто хочется поберечь волосы, поэтому я немножко режу сейчас с кудрями, хотя, ну, не с кудрями, с волнами, хотя мне очень нравится. И кто спрашивает, как я укладываюсь, видео на канале есть целых два. Ничего не меняется. Просто каждый раз тоже у вас, знаете, по-разному бывает рука ложится. То есть в один день так, в другой день сяк, в один день ты красотка, а в другой день ты какой-то непонятный персонаж. Такое тоже бывает, но я говорю, я уже перестала насчет этого переживать, потому что раньше, если я видела на монтаже, что я там где-то у меня вот так вот волос торчит, я не знаю, ну не так, но что-нибудь там не то, я могла переснять видео и могла переснимать его 3-4 раза. А сейчас, если у меня даже вот какие-то складки, какие-то прыщи, какие-то еще вещи видны, я думаю, да и хорошо, потому что люди хотя бы знают, что я живой человек, а не пластиковая кукла. И мне это, знаете, меня это вдохновляет тоже. То есть я сама себя вдохновляю в этом плане и надеюсь, что вы тоже не переживаете из-за своей внешности, не надо. Если у вас какие-то есть недостатки общепринятые, типа, не знаю, недостатки, ну типа там прыщи, не знаю, морщинки, еще что-то, просто мимо пропускаем и живем, наслаждаемся, потому что иначе вообще все потеряет смысл. Мы живем один раз для себя. Я очень много говорю, ребят. Это просто потому, что я соскучилась. Все. Я пойду пить кофе наконец. И потом буду любоваться своим столиком. И еще сделаю заказ на Ляри Дуд, но мне нужно посчитать деньги. Хватит ли мне вообще денег? Потому что он что-то нереально дорогой. У меня стол стоил 18 тысяч, извините, на секундочку. А стул стоит 19. И мне что-то как-то это немножечко жмет что-то за стул отдавать столько денег. Но я знаю, что этот стул очень хороший. Я когда-то сидела на нем в каком-то то ли кафе, то ли в каком-то заведении. Я просто знаю, что это за стул. Он реально очень крутой. Поэтому сейчас я посчитаю, как лучше сделать, и, скорее всего, сделаю заказ либо сегодня, либо в ближайшее время. Все, люблю вас. Так, друзья, уже следующий день. Я сейчас пришла из магазина в полудомашнем виде. Кстати, костюмчик, я вам этот показывала, и ходила в плаще. Но даже в этом было сейчас достаточно, скажем так, жарко. Я купила
цехе. Я несколько дней ничего сладкого не ела, поэтому купила в цехе свои любимые макароны, именно вот эти черничные. Вот эти вот, которые внизу вы видите, это какие-то новые. Я их не пробовала, они вроде бы с грушей и с чем-то еще. Ну, попробуем. Что это такое? Потом взяла бананы. Взяла обычный самый хлеб. Сыр. И авокадо. Авокадо хочу вместе с хлебом, с сыром намазать и съесть. Потому что что-то давно я ничего это не ела и очень захотелось. И так как дома ничего сладкого такого нет, чтобы если кто-то в гости там придет угостить, я взяла вот такие конфеты «Летний сад» на развес в Крупской. Я их не пробовала. Они вроде бы сказали с яблочным пюре. Ну, в смысле, яблочный мармелад, короче. И вот эти царские, я их обожаю, особенно фиолетовые. Это кофейные конфетки. Они очень вкусные. Ну, мне, по крайней мере, нравятся. Хотя я знаю, что не все это любят. Но есть тех, кто это любит. Так, все, пойду убирать продукты. И вечером еще сделаю йогу. Короче, возвращаюсь опять к жизни. Опять все, вроде более-менее ничего. Всем доброе утро. Сегодня уже следующий день. Вчера позанималась йогой, но, честно говоря, было так сложно тренироваться, что я даже ничего не сняла. Сегодня аппетит какой-то у меня дикий, хотя я все равно, наверное, не доем все. У меня тостовый хлеб с творожным сыром, авокадо и руккола сверху, и два яйца, кофе, молоко и, конечно же, витаминки. Буду сейчас завтракать. Если вы сейчас пьете кофе или чай, то вам тоже приятного аппетита. Иду собираться, поедем в центр, с вами немножко погуляем. И что-то я еще хотела сказать. Ах да, я себя не показываю, потому что у меня наконец-то после пилинга посыпалась, грубо говоря, кожа с лица. То есть действительно стало что-то шелушиться, отходить, чему я безумно рада. Это вторая моя процедура, потом вам расскажу. Пилинг я сейчас делаю в домашних условиях, поэтому такой эксперимент небольшой с самой собой. Мне нравится просто, как столешница выглядит, очень красивый нежный цвет. Прям не могу, очень крутой стол. Прям безумно рада. И смотрю здесь всякие штучки. Какая красота. Вот здесь хочу посидеть попозже, когда будет немножко теплее. Очень красиво. Это кафе Варли Гарден. Ой, там котик. Сейчас я вам его покажу. Товарищ услышал. Ой, ребят, в общем, приехала я, и представляете, просто заснула. На улице так холодно, ощущение, будто бы ты зимой погулял. И вот как с мороза пришел, знаете, прям просто так в сон потянуло. Поэтому, видите, уже немножечко темно. Я пойду монтировать этот влог для вас, постараюсь завтра уже выложить. Вы должны его в воскресенье посмотреть. Я вас поздравляю с праздниками, да, с 1 мая, со всеми делами. Вот, желаю вам только успехов. Пусть этот месяц будет для вас продуктивным, крутым. Мы с вами будем много работать. У меня очень много идей по видео. Как обычно, я ничего не успеваю, но это все очень круто. Главное, что они есть, и будем больше снимать обязательно. Вроде как я вернулась в график, 3 видео в неделю. И все потихонечку налаживается. Огромное спасибо, что посмотрели это видео, ребятки. И увидимся в новых. Я вас всех очень сильно люблю, обнимаю. Все, всем пока.